закрытым. Девочка, такая большая. Я думаю, у вас дети маленькие еще. У меня? Сами молодая такая, да. Здравствуйте. У меня уже два выпускника, это третий. Это последняя моя выпускница. У меня последняя. Похоже. Когда ваша малая и моя Катька поступали в первый класс, вы помните, вы фотографировали, бегали они? О, видите, какие же. А где-то ваша? Где-то здесь она, ну, вот тоже высокая. Вот это вон стоит. Класс вон типа. Вон, высокая, самая высокая. Я ее уже глядела. Одинаковая. Делают прямые. Все стараются кучерявенькие, а она вот наоборот. Вон. А это, ну, вот твой папа, да? Спасибо вам.
что делать? Куда идти? Идите, да, все, стоит. Больше нет, что не пасывает. Идемте, идемте, девочки. Надо же хоть один раз в году. И на сцене ты как-то так, ну, смотришь хорошо, говоришь хорошо, не держишься? Потому что я на этой сцене уже лет 5 стою. Молодец, хорошо очень. Урок сейчас будет. Да вообще тут все не делит. Стульев нет. Ну что? А, подожди. Подожди, а я смотрю, присутствующий может все. Саша на работе. А, нет. Доча, вот всегда старайся. Я уже сочи. Последний раз в школе снимаете, дети. Это такая ценность. Вот такие вы были в 2005 году. Через 100 лет будете смотреть и думать, неужели мы такие были, а? Неужели это так было, ну, интересно нам? Ой, молодая стоит, вот скучно ей. Мама утром не дала что-то вкусного. Все, расстроилась. Снимай. Смешно. Даже улыбается. Хи-хи. Один раз, да? Снимай, все. Сними, там вот мы все равно без пленки, так что снимай. Ты кто там, а? Ну, надо снять. А вдруг она туда выше пойдет. Париж. В груди, да, два шага. Надо зелень сюда. А где зелень? Он вот в интернате надо туда сходить. В интернат пойдем. Здесь, ну давайте сходим, а? Ну что, в интернат? О, группа захвата. Удачи в бою. Здоровенько. Их знали только в лицо.